Я не знаю почему. Может быть из-за того, что в Болгарии довольно-таки популярны были танцы всегда, благодаря нашему Ставийскому и их Денковой. Может быть, потому что танцы в этом сезоне такие яркие, уникальные, замечательные. Может быть, потому что Самуэльсон и Бейтс такие великолепные. Бог его знает. Но они катаются в завершении этих показательных под музыку ансамбля «Апокалиптика». Виолончели, играющие самую современную музыку. Не знаю, человека, который остался равнодушным к катанию Эмили Самуэльсон и Ивана Бейтса. А, соответственно, нет людей равнодушных к тому турниру, который мы с вами наблюдали на протяжении этой недели. Следили за нашими ребятами и за тем, как им тяжело противостоять некоторым конкурентам и обстоятельствам. Следили за звездами оттуда, из Японии, из Америки, из Европы, отовсюду. Думали о будущем, о своих Олимпийских играх. Нам хочется, чтобы они были лучшими из лучших. Я думаю, что они будут не хуже. Ну и еще раз отдадим должное чемпионам. На бис кусок произвольной программы. Программы, которой они буквально растоптали своих соперников. Can heal my soul.
Ну и огромный привет, конечно же, всем тем русским тренерам, которые сделали сегодняшних чемпионов. И я имею в виду не только Валентину и Валерия Тюковых, которые хорошо поработали с Ксенией Красильниковой и Константином Безматерных, но и Николая Морозова, который здорово трудится, красиво, ловко, лихо, даже...